Если вы хотите купить квартиру в Уфе, но пока еще не знаете где, я вам посоветую вот этот прекрасный жилищный комплекс с видом на Кашкадан. Инфраструктура, несмотря на то, что внутри этого микрорайона тихо и спокойно, он не отрезан от городской жизни. Торговый центр, планета, театр кукол, 4 гипермаркета, магазины, школы, детские сады, поликлиника – все это находится в 5 минутах от квартала. При желании из района можно даже не выезжать. Транспортная доступность тоже на высоте. Микрорайон находится рядом с главными автодорогами города, проспектами Октября и Салавата-Юлаева, Российской улицей и Уфимским шоссе. Я приветствую вас на своем канале. В данном видео я вам покажу еще одну очень хорошую новостройку, жилищный комплекс. Как я и сказал, плохие жилищные комплексы я не показываю. Но этот жилищный комплекс я просто обязан был показать. И давайте, двор здесь закрытый, но мы пройдем, нам разрешили. Поехали. Еще одна особенность этого застройщика в том, что он никогда не экономит на детских площадках и обустройстве придомовой территории. Все просто на высоте. Залитые бетоном дворовые тропинки спокойно позволяют гулять с коляской. Дворовая территория отгорожена и под видеонаблюдением. На первых этажах здания расположились магазины. Если вы хотите открыть какую-то торговую точку, есть еще место, которое можно снять в аренду. Помимо детского городка, есть еще зона отдыха на свежем воздухе, где вы просто можете посидеть, почитать книгу, отдохнуть. Далее перемещаемся в один из подъездов здания. В каждом подъезде здания по 4 лифта. Давайте, наверное, спустимся на минус первый этаж и посмотрим, куда он нас приведет. Оказывается, минус первый и минус второй этаж, вы спускаетесь прямо в кладовые помещения. То есть спускаетесь на минус первый этаж и попадаете к себе в кладовку. Если вы захотели приобрести квартиру в данном жилищном комплексе, то пишите мне в WhatsApp. Номер вы видите внизу.